Весна встречая рассвет, и все из-за кого-то. Со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти. Я вот что думаю, вот если мне рожать, то сейчас,
Нам дурак не нужен. Кому он нужен? Ну, не дурак. Надо. Не дурак. А еще? Ну, не алкаш. Ну, это ясно. А дальше? Слушай, красавица, конечно, не обязательно. Но что? Ну, что? Смотри. Ну, и урод же рожать. Да? Чтобы потом всю жизнь мучиться. Ну, а возраст? Возраст? А, возраст, в принципе, без разницы. Хоть 30, хоть 50. Ну, а нация какая? Нация? Да все равно такая. Европейская. Ну, латышки придут. Леший, Латвия не между вами, что ли? В Армении. Здание хороший. Армяне не между прочим. Умные. И страны. Ну, скажем, евреи попадутся. Евреи? Ну и что? Семен был евреем. Между прочим, евреи хотя бы пить не будет. И морду не даст. А что ты на меня-то смотришь? Я тебе что, морду бью? Дашь, ну скажи. Я вот как-то в электричке индуса встретила. Ну какой красивый был индус. Нет, нация все равно какая. Да. Понятно. Возраст, значит, не имеет значения. Значит, не дурак, не алкаш, не эгоист. Да-да. Ну, не эгоист. Ага. Потому что характер передается. Вот у меня мать была упрямая. И сами видите. А это-то мы видим. Ну, а еще? Батя. Такого бы найти. А подземелье? В том-то и дело, что пока не ясно. Потому что я тебя знаю.
лучше пацана. Такой вырастет нахал, вроде Надьки Манкешки. Уже и не спрашивай, где у тебя что принесла, сам в суп лезет. Мужик, они сейчас все такие. Так вырастет, даст мне жизни. В бассейн спешу, в лес пойдем, сапожки ему резиновые куплю. Thank you.
Погоди, отдышаться, дай. Ну и бардак же у тебя. Да ладно. Мы... Мы живем духовной жизнью. Пережан вся в колдобина. Где ж ты хотел? Социодрама, знаешь, непростая. Ну что, за свидание? Работали подруги. Все холостой. Да было. Два варианта. Не по мне. Детей, не бойся, не уклади. Сейчас. Наше дело не рожать. А ты чё? Почти. Не изменилась. И ты не слишком. Обрезка. Ну, подивишь. Вот, поберу свою. Все висит? Конечно, висит. Чё ж не свалит? Я же не играю. А чё такое висит? Не милый мой. Ракетка в нашем деле, знаешь, первый инструмент. Вы же женщины не любите разговоры. А тут закатишь ей про Уимблдон. И бери ее темненькую. А что? Приехал. Молодец. Ну, давай. Дальше. Не надо, стрелять. Да ладно тебе, помолей все. Ну не надо. Почему? Ну не по-русски, открыли уже. Прошу тебя, не надо. Не хочешь, что ли? А ты что, с каждой бабой встаешь? Ты что, подруга, с дубом услышал? С каждой бабой по бутылке тебе сколько зарабатывать надо? Я не миллионер. Вот этого, не поверишь, 3 недели стоял. Специально для тебя. Хозяйственный ты мой. А ты думала? Вот и на меня не тратится. Дешевле я боюсь. Ну, знаешь, не то время, чтобы... комнату поить, а я вот там вот настоял. Прошу тебя, не пей. Ну почему? Почему, почему? Ну почему? Еще не глаза положать, а то алкаша. То есть, как рожать? А ты не знаешь, как рожать? А ты, ну, конечно, знаю. Чего это именно от меня? А ты что, не мужик? Нет, мужик-то я, конечно, мужик, но я замуж жениться по-другому не собираюсь. Кому ты нужен? Жениться? Нет, ну все-таки. Медведь Фила, ты что, боишься, что ли? Кто я? Я боюсь! Что же мне делов-то? А я уж испугалась, что ты на это не сгодишься. Ну уж на это как-нибудь. Обойдусь.
интересная ситуация. А ты, знаешь, это, молодец. Чем же я молодец? Ну как ты? Рожать не боишься без отца. Чего же без отца? Не отстыдывал жену. Нет, подожди, подожди. Ты сама сказала. Успокойся сама, сама. К тебе никаких претензий. Да я что, я спокойно. Тоже нет. Дело в том. Погоди, не надо. Да ладно. Погоди, не трогай. Да чего? Я тебе сказала, ты дурака. Ну, ну ты чего? Ну ты знаешь, сама понимаешь. Что сама? Ну ты чего? Что сама? Ну ты ж поманила, я и разбежалась. Кто? Я помоги. Тоже мне деятель. Достал свою бутылку. Я тебе что, с разножки веером, да? Ха. Ну, ты знаешь. Сама понимаешь? Тебе, это, пошла ты. И пойду. Лечиться тебе надо. Пойду, пойду. Еще как пойду. К психиатру. Так, без ребенка можно все и все.
Стоп, папа. Хорошая идея. Пишут же в газетах этот, как его. Ну, объявление. Хочу познакомиться, то да сё. Может, чего и... Ага, объявление. Сообщение из интернета. Знаешь, на что можно напороться? Всё в тепле дома. Георгий, можно Жора? А вас как зовут? Дарья. Даша,
Ты не врать можешь. Я вообще-то никогда не вру. Ну, таких людей не бывает. Все врут, даже я. Иногда. Ты вот скажи, вот сейчас не врать можешь? Ну, допустим, могу. А что? Давай поговорим. Давай поговорим. Ты зачем туда? Интересный разговор. Да не темни. Чего темни? На разговор только время уходит. Сюда ведь так просто не приходят. Так чего темнить? Ты вот, например, замуж думаешь, да? Мало ли чего я думаю. Да не темни. Чего темни? Ишь ты, сам-то темнишь. Да где ж я темню? Я прямо говорю. Нужна жена. Жена и пацан. Ишь ты, пацана ему. Ну, можно и девку. Ну, в общем, ребенок. Ну, есть готовый вариант, но проблем. Если женщине понравится, я ее пропишу. Я человек прямой. Слушай, а что это тебе так пригорело? Ну, ломай-то. Стоп ломай. Поняла? Обстоятельства. Так. Ну, чего? Надо же. Ну, чего так? Чего так? Ну, я-то, в общем, по натуре человек семейный. Только вот срочно появился. Ну, так как? Что как? Ну, чего темнить? Встретимся еще? Зачем? Да чего темнить? Встретимся, сходим куда-нибудь. Ну, быстрый. Ну, чего? Вполне нормальная практика. Познакомиться, сходят куда-нибудь, а потом уже и думают, годятся они друг другу или нет. Что, честно говоря, да? Слушай, что-то ко мне-то подошел. Подруга-то моя, интереснее будет. Ай, да море твое, если что-то порядочное. Так как? Слушай, вообще-то мне и думать нечего. Я тебе не подхожу. Это почему? Тот же самый вариант. Вас сносят, нас расселяют. Самой на кого прописать. Да, правда? Вот как столкнулись. Выходит, и тебе тоже мужик нужен, а то с ребенком. Ребенка-то нет? Нет. Если был, чего бы я сюда приперлась. А если мужик с ребенком? Это надо посмотреть. Какой мужик, такой ребенок. Да нет, у меня ничего конкретного. Просто думаю, конкретно. Помочь. Да, а тебе муж нужен такого? Какой мне нужен, такому я не нужен. Обойдусь, рожу и все. От кого? Ты ищи. От кого? Там видно будет. Даш, а у тебя коммуналка? В чем и вопрос? У меня коммуналка. Ну где ты, Коля? Съем ты здесь? Ты не дадут, что ты делаешь? Посмотри. Морды больно надутые. Ну, такие себя ценят. А меня вот мужичок заболтал. Серьезные намерения? А ты думала? Дела вовой. Завтра в ЗАГС, послезавтра прописка. Ну и чего же ты? Был бы росточек побольше. Ну, с тебя будет? А, конечно, так будет. Ну, ладно. Лешенька, гляди. Третью кадрику. Успехом пользуется? Смотри, прям хоть в аренду сдавай. Прямо громадные деньги можно зарабатывать. Ну чего, смотри. Ну чего? Стоит, подождет. Морды уж больно надутые. Проходите. Иди. Да. Ты сколько получаешь? А тебе какое дело? Что, тайна, что ли? Почему тайна? Если с премией, то 15. Мне хватает. Ну, для женщины вполне, да. Сам ты что, академик, что ли? Ну, не знаю, как академик, а доктору наук всегда взаймы могу дать. А ты кто? Мастер я. Какой? По иномарку я, поняла, по машинам. Ну, а чего? Таких, как я в городе? Человека 2-3. Важная персона. Повезет, кажется. Ну, конечно, повезет. Да. Тебе предложение, так? У меня конкретное предложение. Очень интересно. Выражение. С какой стати? А я тебе денег дам. Ведь на ребенка деньги понадобятся. Вот я тебе их дам. И много ты мне отсыпешь? Ну, для начала 1100. О, серьезное предложение. Стоит подумать. Думай. А тебе это зачем? Детей люблю.
рискованное дело. Обманешь, залечу, и ни тебя, ни денег. А я деньги вперед дам. Авансом, значит. Ну. А если ребенка не получится? А я... Тогда вернешь. А присвою? Ой, ну тогда эти деньги будут твои. Я их уже в руки не возьму, они будут уже грязные. Так. Судом не истребуешь? Нет. Я уже к ним не притронусь. Так, недельку думай, а там позвоню. Телефон-то есть? Свой давай, надумаю, сама позвоню. Ого! А чего? Нормальная визитная карточка во всей Европе принята. Пузырев Георгий Николаевич. Автомеханик широкого профиля. А буквы золотые зачем? Потому что могу себе позволить. Слушай, подожди, ну. А если вот ребенок получится? Ну, не такой, некрасивый. Ну, тогда мне его отдашь. Интересно рассуждаешь. Уж тебе ребенка-то отдаст. Ты бы отдал? Я мужчина. Ишь ты, мужчина. А женщина, выходит, отдаст. Женщина? Женщина что угодно продаст. Что ж ты злющий такой? Жизнь такая. Опа! Прям иностранец. Пузырев Георгий Иванович. Николаевич. Подожди. Зачем хорошую вещь портить? Может быть, пригодится. Автомеханик широкого профиля. Машинку починим. Ну, ладно, да подожди. Убери. Пригодится. Для Хохмы. Ну, что? Для Хохмы. Разве что для Хохмы. Ну, да. Смотри-ка. Ладно, твой. Совсем притомился. Подождет. Чести много. Ну, что? Видали? Ну, уж все на глазеньки проглядели. Так вот. И это только начало. Да? Это вот так? Что в прозрачной блузке? Смелая женщина. Смелая. Только вот вымя наружу. Какое вымя? Что бы вы понимали? Это ж не тёлка деревенская. Это ж дама. Кандидат на руку. Спиды нет. Ха! Придурок! Ну, сыч, ты за это не можешь, а все туда.
спрашивает. Да ты чего? Чего он, а? Почему? Ну чего? Придурок. Ой, ну что, подруга, ничего. Ты к кому шла? К дебилу, придурку. Его же сразу видно было, что дебил. И чего ты? Да не расстраивайся. К дебилу шла, а к дебилу и ушла. Ну и все, для хохмы. Вот ну так мы сюда для чего пришли? Для хохмы. Ну так хохмы не получили. Да, расскажешь кому, не поверишь. Thank you.
Ого, Дашка, вот подарок-то. Мы же сюда перебрались. Как ты нашла-то? Вот, нашла. Ясненько. Да, девочки, патроны. Дело есть. Что такое? Смотри-ка, ты вроде с детишками занимался. Где я сейчас с ними? Видишь, сколько не виделись. Теперь за женщин играю. Играть-то хорошо. Ну, в принципе-то неплохо. По обществу первые в России, правда. Недавно за границу ездили, в Болгарию. Ну, в общем, 4 встречи, 3 победы. Все тебя вот так вот слушаются? Ну, так еще бы. Я же тренер как-никак. Свет! Света Ващенко! Ну-ка сюда! Для чего все время левую сторону горит? Виктор Степанович! Все, иди и делай. Прямой, прямой. А если перекроет прямой? Все, иди и делай. Ну, командир. Ну, так мы летом опять за границу поедем. Кто слушаться не будет, тот дома посидит. Ну так что за дело-то? Да дело много. Расскажи лучше, как живешь. Что да, нового? Да нормально живу. Что нового быть может? Дом, семья, дома, считай, работа. Надел лямку, тени. В общем, там работаю, тут отдыхаю, ну и свои плюсы есть. Сын, а дочке-то сколько? Дочка 9, парню 3. Так у тебя и парень. Все есть, и дочка, и сын. Видишь, сколько не виделись-то. Ну так про себя-то расскажи. Помнишь, тебе все хотелось, чтобы сын был похож на тебя? Так он и сейчас похож, слава тебе, Господи. Так, девочки, все, закончили. По домам и в душ. До завтра. Так что ж ты мне про себя не расскажешь? Расскажи. Давай на улицу выйдем, а? Ну, пошли. Погоди, секундочку, я сейчас, в общем, минуту. Света! Света Ващенко! Ну иду я, иду. Ну где ты там? Глаз да глаз. Это и есть твои плюсы? Света, хорошую девушку с перспективой. Со всеми с ними нужно в индивидуальном порядке. С перспективой. Они все тебя Витей называют и на шею тебе вешаются. Нет, я же старше. Ну, жизнь, понимаешь, живем тесно, то поездки, то сборы, ну жизнь. Понимаю. Ты про себя-то расскажи, что за дело? Да дело, но... Никаких но, мой принцип, дела не откладывай. Понимаешь, как бы тебе сказать, ну, наш дом хотят поселять, и мне как бы надо... Да ты не тяни. Да мне переехать поможешь. Чтоб я ей не помог? Ну, хоть раз было такое? Тоже мне еще вопросики. Ты моих кобыл видела? Да я тебе всю команду приведу, они тебе вместе с домом куда хочешь перенесут. Ладно, только пусть хоть что-нибудь, кроме полотенца, на себе наденут.
и одного, и кого дают, правильно? Кому ты дадут? А ты, как я знаю? Ну, Лёш, вот посмотри, что на рынке. Ну, не хочет квартиру получать, видишь ли, не нуждается. То есть как так? Вот так, выходит. Что не выходит? А чего дети бывают? Два раза сорвалось. Три раза. Не 34. Да. Ой. И что ж теперь? Ну что? Ничего. Проживу еще немного. Ну конечно. А как же? Проживешь. Леший, ну напрягись. Так. Да. А вот... Вот. Вот такая девушка. Вот. Дают же этих... Ну, газеты, выявления, там, типа, искусственное оплодотворение делают. Чего? Корову, что ли? Всего-то один шприц, и все готово. Что ты? Знаешь, я... Корова, как не пишется боюсь. Не те у тебя сегодня день. Не те. Я что, я просто предлагаю, не то так это что-нибудь да выйдем. Ой, а у тебя был есть. Ну есть. Вот есть тебе куда-нибудь, а? Куда? Ну, куда-нибудь? В портовый город был махни. Если самолетом, то туда-обратно. Ты знаешь, мне друзья рассказывали, моряки, они по полгода загнали. Так вот, когда они назад возвращаются, на родную землю вступают, они не то что там баб полгода не видели, они забыли, с какой стороны к ним подходить. Тебе и делать-то ничего не придется. Бросаются на все, что шевелится. Тебе и делать ничего не придется, только попадись на пути. Все. Ну, знаешь, я себя не на помойке нашла. Ну, чего сидите? Тут еще серьезно, что ли?
Как сестра она мне? Уважай! А меня, значит, не уважаешь. А что ты тебя уважаешь? Ну да, пожила. И уважать меня не за что. Ну на, чайку что ли попей? Где пойду? Сиди, ну чай попей, а? Да, я уже вошла. Ну, домик поешь, что? Поешь, что? Постой, не вешай трубку. Дай мне твой телефон, а?
шучу, я вполне серьезно. Позвонила, значит, что-то не так. Вот и давай приеду, так. Давай твой адрес. А что делать будем? Поговорим. Только у меня вина нету, чай один. Ну, если ты хочешь знать, я вообще не буду. Так, давай адрес. Трубопроводный 12, квартира 22. Только ты не звони, спрячься. Сейчас, вот родишь, я тебе не 100 тысяч, а 120 тысяч там.
мёртв. Позвольте вам представить актёра. Валерия Жалева. Иван Зуев. Павел Макеев. Наталья Жалева. Михаил Старостин и Татьяна Рощенко. Режиссёр театра студии «Дилижанс» Мария Вячеславовна Федорова. Спасибо. Приходите к нам. Спасибо.